Hi everyone! Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции, Paradise Alanya. I take this video two language, English and Russian. First Russian. When I come to flat, one plus one, I talk English. Сейчас я буду говорить по-русски. Когда дойду до квартиры, которая на продаже, начну с английского языка. Итак, проект был сдан почти месяц назад. И есть кое-какие нюансы, их доделывают. Детская игровая площадка. Проект находится в самом хорошей локации, скажем, района Махмутлар. В этой стороне у нас субботний рынок за этим зданием. Также открылся новый торговый центр. Башня часов, Зиратбанк. Напрямую вот отсюда дорога идет к морю, подземный переход. Здесь песочница. Хороший вариант 1 плюс 1. Пустая. По хорошей цене. Охрана 7 дней 24 часа. Инфраструктура некоторая уже готова, некоторая еще не готова. Есть детский бассейн, аттракцион еще не доставили. Поставят, как я понял. Здесь тоже химчистка будет. Тут тоже какая-то инфраструктура сделана, какая-то. Спа-центр в блоке Б. Квартира тоже находится в блоке Б, это блок А. Проект называется Текинолу. Три лифта у нас. 1, 2 и 3. Открыта парковка снаружи. Где хотите, можете остановить машину. Так как жара, я мало снимаю ролики, а так обращайтесь, покажу много вариантов, которые на рынке. Сейчас три бассейна, детский бассейн, один большой бассейн без горок и также бассейн с горками там. В этом блоке спа, вот большой бассейн. Здесь крытый бассейн, теннисный корт. И баскетбольная площадка 2 в 1. Горочки. До моря максимум здесь 600 метров максимум. 600 метров максимум to seaside. Здесь еще не доделано. Сауна. Хамам. Еще что здесь есть? Айдат 50 евро. Здесь закрыто. О, двери некоторые закрыты. Лобби. Здесь тоже что-то не доделано. Лифты большие, коридоры, заходим в квартиру. Квартира не сдана полностью, продается в таком состоянии, но как заедете, все заново покрасят, где будут нюансы, где будут кое-какие проблемки, они решат. Застройщик еще не сдал квартиру. Так,
правой стороны у нас самый вил. Душевая кабинка. Здесь туалет. Спальня. Где-то 10-11 квадратных. Туда кровать устанавливается. Высота потолка 280 сантиметров. Квадратный метр, полезная площадь 44 минимум. Нужно купить бытовую технику, мебель. Каучук у нас. Термопакет окна. С доводчиками. Гранитная столешница. Так. Восточная сторона. Видно гору. Глазами видно вот так, как вы сейчас видите. И вид от этого никогда не закроется, потому что здесь уже все построено. Это сад. Здесь не разрешено отстроить. На гору всегда вид останется у вас. Балкон большой. Здесь где-то 8 квадратных метров как минимум. Полезная площадь. Также есть генератор. Там римская парная тоже есть, потому что я не увидел, дверь закрыта была. Итак, цена этой квартиры 89 500 евро, дорогие зрители. Звоните, пишите по номеру, плюс 90 555 064 91 10. Итак. Hi everyone. I show this project. Price this flat 98,500 euro. 1+1, 44 meter square net. If you show this flat and facilities, I got in this project 50 euro per month. That's why call me. Plus 90 555 064 9110. Seaside 600 meters for sea. If you walk underground way for seaside near Saturday bazaar, near shopping center, markets, cafe, restaurants, and other infrastructure. I need to like, comment, and call me if you like this project. Bye bye.